феврале выходит много ремейков и ремастеров. Среди них Persona 3 Reload, сборник Tomb Raider 1.3 Remastered Starring Lara Croft, Brothers: A Tale of Two Sons Remake, современное переосмысление Mario vs. Donkey Kong и даже ремастер такой классики, как Star Wars Dark Forces. Много также разных дополнений. Прежде всего, конечно, нужно отметить весьма ожидаемую добавку Atomic Heart Trapped in Limbo, а также Imperium's Rise of Caesar, дополнение к стратегии Imperium's Greek Wars. Но все же солировать в феврале будут всевозможные RPG. Особенно много японских во главе с Final Fantasy VII Rebirth. А теперь обо всех ожидаемых февральских релизах рассказываем подробнее. Granblue Fantasy Relink. С 1 февраля нам становится доступна большая анимешная RPG, продолжающая известную серию, которая выросла из мобильной гачи и недавно отметилась самым красивым анимешным файтингом — Granblue Fantasy vs. Rising. Теперь вот мы получаем полноценную сюжетную экшен-RPG в этой вселенной. Здесь нам, вместе со знакомыми и весьма колоритными персонажами, предстоит исследовать большой мир, перелетая от одного острова к другому. Естественно, тут много диалогов, персональных квестов и историй, заявлено более сотни заданий. Ну и, конечно, придется сражаться в отряде из 4 персонажей, которые наделены уникальными умениями. Причем среди этой четверки все могут быть живыми игроками. Granblue Fantasy Relink поддерживает режим совместного прохождения. Persona 3 Reload. Ремейк культовой JRPG предлагает новый интерфейс, более современную графику, ролики и кат-сцены, больше озвученных реплик и возможностей для общения с персонажами. Кроме того, разработчики увеличили размер локаций, а некоторые сделали более интерактивными. Наконец, при сохранении сюжета и персонажей из оригинала, в Persona 3 Reload расширится истории второстепенных героев. Авторы даже реализовали под это новые геймплейные механики. Suicide Squad Kill the Justice League. Кооперативный экшен в открытом мире Метрополиса с Харли Квинн, Дэдшотом, Капитаном Бумерангом и Королем Акул. Как ни странно, является частью серии Batman Arkham от британской Rocksteady Studios. Странным это показалось и многим игрокам, которые с недоверием отнеслись к анонсу и трейлерам, полагая, что нас ждет игра-сервис. Разработчики в ответ уверяли, что сюжету на самом деле уделено приоритетное внимание. В нем антигероям предстоит сражаться с Лигой Справедливости, контролируемой Брейниаком. И вообще играть в Kill the Justice League можно даже в гордом одиночестве, при наличии кооператива на четверых. Каждому из героев при этом выдали уникальное оружие, особую атаку в ближнем бою и крайне мощный спецприем. Сервисные элементы, впрочем, тут все же есть, и прежде всего из-за них критики оставляют негативные рецензии новинки. Игрокам же по большей части все нравится. В Стиме быстро набралось больше 80% положительных отзывов. Хоть и многие напоминают, что такие игры лучше покупать в сезон скидок, ибо слишком много однообразия для настолько высокого ценника. Atomic Heart Trapped in Limbo. Второе DLC для Atomic Heart берет за основу длинную концовку игры и отправляет нас в Лимбо, исследовать сюрреалистичный мир, чтобы освободить разум P3. Помимо сражений, где заявлены новые типы врагов и оружия, нас ждут уровни с платформингом и головоломками, а также необычные мини-игры. Попадая в Лимбо, майор превращается в пушистого Ньютона, котообразного фури без собственного лица, не умеющего на первых парах говорить. Основная задача — выбраться в реальный мир, пройдя серию испытаний. Последние стали краеугольным камнем DLC. Привычный отстрел роботов здесь занимает очень мало времени, ибо акцент смещен на олдскульный платформинг. Еще в бородатые времена Quake 2 мододелы заметили, что из-за особенностей движка герой может скользить по отвесным поверхностям и набирать скорость, плавно двигаясь вниз и вверх. Первоначально такой способ передвижения не завоевал большой популярности, однако все изменилось после выхода Counter-Strike, когда энтузиасты начали создавать карты для серфинга из точки А в точку Б. Такой вид соревнований в итоге обрел популярность, став отдельной субкультурой. И именно таким вот серфингом предстоит заниматься в первой половине Узника Лимбо. Залетая на диагональную поверхность, игрок скользит по ней, чтобы набрать скорость, дабы аки-ракета взлететь высоко и далеко.
Большинство игр из этого ролика выходят на PlayStation 5, и вы можете задать закономерный вопрос: а как мне их приобрести в условиях, когда Sony все заблокировала для России, а перекупщики продают товар с огромными наценками? Есть ли какой-то вариант оставаться пользователем PlayStation и не тратить кучу денег? Есть. Знакомьтесь, сервис PS Propaganda. Чем он хорош? Первое, через него можно купить совершенно любую игру и оформить подписку без VPN и зарубежного аккаунта. Второе, работа ведется официально через веб-сайт, с легальной оплатой с предоставлением чека. Третье, на все покупки дается пожизненная гарантия. И четвертое, тут самые низкие ценники на рынке. Смотрите сами. Mortal Kombat 1 продается за 3789 рублей, Diablo 4 за 3890, Hogwarts Legacy за 3990, Assassin's Creed Mirage за 2790, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и Red Dead Redemption 2 за 1990. А подписка Deluxe до 11 февраля стоит всего 650 рублей за месяц. Такой низкой стоимости не было никогда. Пользуйтесь прямо сейчас. Переходите по нашей ссылке в описании в бота и обязательно воспользуйтесь нашим промокодом GSTV. Он дает скидку в 10% на любую покупку, благодаря чему годовая подписка Deluxe обойдется всего в 585 рублей за месяц. Foam Stars. Мультиплеерный клон Splatoon от Square Enix предлагает игрокам сражаться друг с другом при помощи пенных пушек. При этом пена используется не только для нанесения урона, но также как укрытие и средство для ускорения перемещения. Foam Stars — 8 классов персонажей, и у каждого есть свои уникальные умения и особенности, основанные на пене. Соответственно, и режимы игры, скажем так, не самые обычные. В одном из них, например, мы должны доставить резиновую уточку из центра арены на половину противника, периодически танцуя, чтобы ускорить ее перемещение. Есть также и PvE-режимы, среди которых кооперативная версия Tower Defense. Helldivers 2. Продолжение кооперативного экшена от третьего лица про адских десантников, которые плечом к плечу сражаются за свободу и демократию в разных уголках галактики. Тут есть два уровня геймплея: непосредственно динамичное сражение в составе отряда из 4 адских десантников, которые могут использовать разные подходы и стратегии, чтобы выполнять свои задачи от стелса до лобовой атаки. Главное помнить, что в игре по умолчанию включен огонь по своим, поэтому важно грамотно действовать в команде. Обещан обширный арсенал оружия и взрывчатки, множество полезных наград и непредсказуемых противников с уникальными характеристиками и тактиками. Второй пласт геймплея уже имеет стратегические элементы. Игроки должны захватывать вражеские планеты, отражать вторжения и выполнять задания, которые помогут общему ходу войны. The Inquisitor. Мрачное нелинейное приключение по мотивам серии романов «Инквизитор» польского писателя Яцека Пекары. Действие книг разворачивается в альтернативном мире, где Иисус не умер на кресте, а отомстил своим обидчикам. Спустя 1500 лет армия инквизиторов огнем и мечом охраняет веру. А мы как раз играем за одного из таких инквизиторов, который отправляется в погрязший в грехе город Кёнигштайн, чтобы расследовать серию загадочных преступлений. Как священный судья и единственный присяжный, мы должны поддерживать порядок и охранять веру Божию, решать судьбы подозреваемых, распутывать множество историй с захватывающим сюжетом и неоднозначной моралью. И, соответственно, мы сами принимаем решение, как проводить расследование, стоит ли пытать подозреваемых и как с ними в итоге поступать. Главная дилемма игры — кем же станет наш инквизитор? Милосердным судьей или бесстрастным поборником закона Божия? Делая сложный моральный выбор, мы можем менять ход истории и даже создавать новые сюжетные ветки. Помимо расследований, допросов и диалогов будут и сражения, которые в основном проходят в так называемом «подмирье». Это потусторонние измерения, где можно раскрыть секреты подозреваемых. Banishers Ghosts of New Eden. Новая игра от авторов Life is Strange и Remember Me. От нелинейных приключений про представителей разных меньшинств авторы снова вернулись к экшен-РПГ.
Banishers Ghosts of New Eden обещает погрузить нас в красивую, глубокую и эмоциональную историю обреченной любви. Мы играем за влюбленных охотников на призраков Антею и Реда, которые в 1695 году отправились в североамериканскую глубинку, в город Нью-Иден, чтобы выполнить очередной контракт на изгнание нежити. Но в итоге Антея погибла и сама стала призраком. Теперь влюбленные отчаянно ищут способ спасти девушку. Для этого они должны раскрывать древние тайны и секреты загадочного мира, сражаться со сверхъестественными врагами при помощи оружия Реда или призрачных сил Антеи, прокачиваться, получать новое снаряжение и способности. А мы должны принимать непростые решения. Обещают, что выбор кардинально меняет сюжет, мир игры и судьбу персонажей, как живых, так и мертвых. Solium Infernum. Красивая синхронная пошаговая политическая стратегия с участием до 6 игроков про попытки в роли павшего архидемона завоевать преисподнюю и стать новым темным владыкой ада. Чтобы добиться этого, надо управлять кошмарными легионами, назначать чемпионов-преторов, проводить зловещие ритуалы и обходить соперников. У каждого архидемона есть уникальные силы и инфернальные ресурсы — крепости, легионы и чемпионы-преторы, повинующиеся любому приказу. Здесь можно и нужно плести политические интриги, осваивать мощное колдовство, ритуалы и дипломатию, или устраивать жестокую войну. Естественно, не обходится без принятия непростых решений и освоения темных способностей. Доступно несколько мультиплеерных режимов, рассчитанные на один сеанс или асинхронные, длящиеся 5-15 минут в течение нескольких дней или даже недель, которые вы проведете вместе с вашими пока еще друзьями. Авторы игры из студии League of Geeks, известные по новаторской цифровой настолке Армелла, черпали вдохновение в эпической поэме Мильтона «Потерянный рай». А в итоге они сделали современную версию культовой стратегии 2009 года за авторством Вика Дэвиса. Skull and Bones. В феврале выходит несколько ожидаемых пиратских игр. Это и то ли ремейк, то ли ремастер старенького проекта «Корсары каждому свое», который появится под названием «Caribbean Legend», и «Corsairs Legacy» — уже полностью самостоятельный проект, вдохновленный «Корсарами». Но для многих главное — это скорее долгожданный релиз «Skull and Bones», неоднократно переносившегося сетевого пиратского приключения от Ubisoft. Напомним, что здесь игроки должны контролировать все аспекты морского приключения — навигацию, бой и командование экипажем. Мы вольны настраивать все доступные корабли, а их 12 штук, разделенных на 3 типа, следить за их состоянием, а также поддерживать моральный дух команды, чтобы против нас не подняли бунт. Если корабль будет потерян, то можно возродиться в пиратском логове, но за потерянный груз придется бороться с другими игроками. The Thaumaturge. Это нелинейная RPG на Unreal Engine 5 от авторов ремейка первого Ведьмака рассказывает о непростом ремесле тауматургов. Это люди-медиумы, способные контролировать потусторонних существ, салюторов, и с их помощью повелевать другими людьми, в том числе в бою. Мы играем за одного из них, Виктора Шульски, который живет в Варшаве в начале 20 века и пытается распутать непростое дело. Попутно он встречает известных людей вроде Распутина и участвует в сражениях, где можно совмещать обычные и сверхъестественные атаки. Терминатор Dark Fate Defiance. Как и The Thaumaturge, Терминатор Dark Fate Defiance перенесли с декабря на февраль, чтобы довести до ума. Напомним, что это тактическая стратегия в реальном времени по миру Терминатора от российской студии Cats Who Play. Ее основали люди, разработавшие в свое время Alpha Antiterror, Jagged Alliance 3D и Код доступа Рай. Здесь мы оказываемся в эпицентре войны будущего между людьми и Легионом, сетью синтетических машин под контролем искусственного интеллекта. В компании нужно возглавить армию основателей, чтобы предотвратить уничтожение остатков человечества. А в рамках перестрелки и мультиплеера доступны не только основатели, но и две другие фракции — Сопротивление и вышеупомянутый Легион, которые, как обещают, сильно отличаются друг от друга. Обещаны сложные тактические сражения, модульная система повреждений и разрушаемое окружение. Sons of the Forest.
В конце февраля наконец-то состоится релиз крайне популярного выживача Sons of the Forest. Это продолжение Forest, где нас ждет примерно то же самое – выживание, крафт, строительство, сбор ресурсов, смена времен года, охота, рыбалка, а также сражения с мутантами и демонами, и даже атмосфера хоррора. За год нахождения в раннем доступе игра собрала более 150 тысяч очень положительных отзывов в Steam. Так что то же самое мы явно получим в формате еще больше и еще лучше. Final Fantasy VII Rebirth. Вторая часть масштабного ремейка Final Fantasy VII считается самой ожидаемой игрой года, и уже в феврале ожидания закончатся. Напомним, что на этот раз авторы особенно сосредоточились на открытом мире. Он будет огромный и тщательно проработанный, и его можно свободно исследовать. Тем более, что главный герой Cloud Strife может плавать и путешествовать на личном Чокобо. У него будет собственное ранчо, где можно выбирать для ездового животного новое снаряжение. Но самое интересное, что этот открытый мир теперь во многом напоминает какой-нибудь Far Cry или Assassin's Creed с вышками, аванпостами и досками объявлений. Здесь можно искать сокровища и новые формулы для крафта, участвовать в мини-играх и выполнять многочисленные побочные квесты. В итоге вместе со всеми активностями прохождение займет часов 60. Как вам игры февраля, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на JSTV.